рассказываю про волшебную палочку. Волшебная палочка – это функция, которая позволяет быстро повторить контур одного объекта с помощью другого. Например, у нас есть какая-то ломаная линия. Я могу быстро по этому контуру сделать контур с помощью волшебной палочки для стен. Выделяю, что хочу создать стену. Зажимаю, держу пробел. Курсор делается в виде волшебной палочки. Навожу на контур или внутри. И вижу контур будущих стен. Хоп, вот стены. Хочу теперь перекрытие. Выбираю перекрытие, нажимаю пробел. Навожу уже снаружи. Хоп, перекрытие готово. Это волшебная палочка. Открываю в 3D, проверю, в 3D работает ли, в 3D волшебная палочка. Так, Shift F5. Вот она. Проверяю в 3D, пробел, щелчок. Да, работает в 3D тоже. И теперь настройки этой волшебной палочки. У нас есть кривой сплайнер. Иду в вид, конструирование, параметры волшебной палочки. Вот все ее настройки. Хочу, например, чтобы у нас были куски, шторы, прямые, то есть сломанная штора, не дугами. Поэтому ставлю галку, вернее круг, линейные сегменты, окей, стена, пробел, щелчок. Теперь у нас все сегменты, они линейные, прямые. Тут какой-то косячок, потому что оно как-то завернулось так кривенько. Другие настройки, в принципе, можно не рассматривать, они уже такие специфичные. Это отклонение от дуги максимальное, погрешность как бы. Или деление дуги на строгое количество частей. Например, вообще волшебной палочкой делаю контур какого-то объекта. Волшебная палочка – это пробел. У нас есть контур чего-то. Чтобы повторить контур чего-то с помощью другого объекта, например, смотрите, у нас есть вот такие линии, пересекающиеся. Выделяю, например, штриховку. Зажимаю пробел, щелкаю внутри, хоп, щелкаю здесь, хоп, хоп. Это волшебная палочка называется. А внутри они обязательно, чтобы они замыкались? Нет. Не обязательно, да? Не, здесь не замыкается. Программа сама достраивает вот эту линию, сама замыкает на автомате. Но если у нас была бы какая-то незакрутая фигура, тогда получалось бы просто вот так. Одна стена, пробел, вторая стена. Третья стена. Внутри еще стена. В принципе, с волшебной палочкой все. Да, по контуру. Должна по контуру.